В понедельник, 14 мая 2018 года, на Первом канале состоится долгожданная премьера продолжения телесериала «Практика». Второй сезон «Практика» также состоит из 40 серий. Сериал будут показывать в будние дни в 9:30 вечера, сразу после программы «Время». Женя обижена на Илью, но по совету Ольги решает сделать еще один шаг к примирению и устраивает романтический вечер. Но так выходит, что вместо Ильи компанию ей составляет Грачев. Женя и Павел вспоминают прошлое. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.